Пекин. 1 июнь. РИА Новости. Около 20 документов будут приняты по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 9-10 июня в китайском Циндао, заявил генеральный секретарь организации Рашид Алимов. По итогам саммита в Циндао ожидается принятие почти 20 документов, затрагивающих практически все аспекты региональной и международной повестки дня. От бескомпромиссной борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму до расширения сотрудничества в торговле, экономике, охране окружающей среды, заявил Алимов, выступая на церемонии открытия первого медиа-саммита ШОС утром в пятницу. Кроме того, главы государств примут специальное обращение к молодежи, которое даст старт большой работе с молодым поколением ШОС. Алимов добавил, что особое внимание будет уделено диалогу культур, взаимодействию в сфере науки и образования. Ожидается подписание меморандума о сотрудничестве с ЮНЕСКО. Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.